Бог весь в тебя. Эпиграф. Мать говорит сыну: сына, принеси 5 тарелок. Зачем, мам? С папой поговорить. Воспитание, конечно, штука тонкая. Не каждому дается. Вечером как-то вкалываю на благо семьи. Ну, на диване кроссворд разгадываю. Тут жена с работы приходит с сумками. Веселая! Ну, понятно, 20-й этаж, лифт не работает. А у нее только в зубах 40 кг. Сразу с порога любовный крик Джульетты при виде Ромео. Диван душишь, зараза! Я хлеба забыл купить, сбегай! Я говорю, ну не мужское это дело за хлебом бегать. По-моему, ответ ей не очень понравился. Подскочила к дивану, блузку на груди дернула, говорит, ну тогда давай, сделай свое мужское дело. Я перепугался, говорю, да ладно, чего ты, сейчас схожу за хлебом. Она говорит, не надо. Настоящий мужчина должен в жизни дерево посадить, сына воспитать. А тебе дерево сажать ни к чему. У тебя сын дуб дубом. Я тут была в школе на собрании. Кстати, почему все время я по школам шляюсь? Когда наш был уже в 9 классе, тебя просила, Сережа, сходи на собрание. Ты мне что сказал? А что, наш уже в школу пошел? Классная руководительница спрашивает у мальчика, у тебя вообще папа есть? Он говорит, есть, в семье не без урода. Можешь, кстати, за это ему навешать 3-4 подзатыльника. Я говорю, 3-4. Говори точно, сколько, вешай. Жалуется, наш постоянно опаздывает. Я говорю, да? Ну а что еще про нашего говорили? Не знаю, я опоздала. У них тут в школе был день вежливости. Надо было совершить хотя бы один благородный поступок. Что ты думаешь? Наш бабушку через дорогу перевел. Я говорю, ну что, очень благородно. Да? Бабка еле отбилась. Ей вообще туда не надо было. А на уроке истории ляпнул. Вместо того, чтобы сказать, пролетариат — это гегемон революции, сказал, пролетариат — это покемон. Это мне сама истеричка рассказывала. А почему? Потому что с утра до ночи торчит у телевизора. Господи, его уже скоро дикторы узнавать будут. Математичка дала детям задание придумать задачу, где бы фигурировали проценты. Что ты думаешь? Наш. Насмотрелся рекламы, пишет. Риксона утверждает, что юноши потеют на 40% больше, чем девушки. Вопрос. Сколько нужно девушек, чтобы вспотело 30 юношей? Заниматься надо с мальчиком, заниматься. Я говорю, он меня боится. Ничего, привыкнет. Наша кошка тоже поначалу пылесоса боялась. А потом ничего, втянулась. Ты у нас способный был. 17 лет, уже в 3-м классе. А наш, по-моему, прямо из школы на пенсию пойдет. Займись мальчиком. Я пока его последнее сочинение почитаю. Захожу к мальчику, говорю, так, Гриша, ну и чем ты можешь порадовать папу? Он говорит, папа, то, чем я тебя мог порадовать, мы еще вчера с пацанами выпили. Ясно. Посмотрим, как у нас с багажом знаний. Физика. Ну-ка скажи, что Ньютону на голову упало? Не знаю, может, голуби постарались. Ясно. Ты вообще какие-нибудь книжки в последнее время читал? Читал. Эротический роман Горького «На мне». Скажи, а что Маяковский доставал из широких штанин? Пап, дай почитать, а? Ну, когда дневник? Посмотри, иностранный 5. Пап, ты дневник-то переверни. Ясно. Посмотрим, как у нас с логическим мышлением. Ну-ка, сынок, отгадай загадку. Сидит дед, во сушу подед. Кто его раздевает, тот слезы проливает. Почему? Дед не мылся, что ли? Ты не спеши, давай по порядку. Сидит дед. За что сидит? Да ни за что, дед, в земле сидит. Партизан, что ли? Тут жена забегает. Ну, как успехи? Я говорю, вот человек на 2/3 состоит из воды, а наш с тобой оболтус из тормозной жидкости. Она говорит, потому что весь в тебя, весь в тебя. Ты послушай, что он в последнем сочинении написал. В лесу Дубровский долго искал, где у Маши дупло.
Друг твой, Сашка, все время ходил в школу с дипломатом. Пожалуйста, стал дипломатом. А ты ходил с ранцем. Так, не буди во мне зверя. А жена: а я не боюсь хомячков. Ну, что он там не может ответить? Я говорю: ну слушай, сидит дед. Жена задумалась: за что сидит? Я говорю: ну и кто из нас с ранцем ходил? Знаешь, займись ты мальчиком, а я лучше 20 раз за хлебом сбегаю. Ну не мое это, не мое. Давай.